И вот, кстати, еще на прошлом майском концерте в Крокусе мы сделали номер про Национальную гвардию. Российскую гвардию называется. И, кстати, тогда номер был, прям скажем, ну, совсем не смешной, но все равно казался чем-то из области фэнтези. Ну, потому что даже с УБРом, с ОМОНами, Конституция запрещает боевые действия внутри страны. А президент тот разрешил. Он подписал 3 июля закон о Национальной гвардии. На той неделе на должность ее региональных начальников назначено уже 1,5 генералов, генерал-лейтенантов. И совсем, чтобы актуализировать этот вот номер, который вы видите, я покажу одну хронику вчерашнего дня. Но давайте сначала номер посмотрим, потому что совсем будет стрёмная тема. Ну, в общем, давайте. Сюжет номер 104. Ну, это такая ретроспекция. Я показываю не чтобы удивить. Многим такие сцены знакомы давно, кому-то с детства. Это я к тому, что все равно вот это, как выяснилось, дилетантство. Другое дело Национальная гвардия. 350-400 тысяч штыков. Этим гвардейцам разрешено официально создавать оцепление, задерживать по подозрению, стрелять без предупреждения. Начальник их не Золотов, бывший шеф президентской охраны, чтобы не было сомнений, чьи это гвардейцы. Ясно, что не кардинала. Вот. Правда, зарплата даже у высших чинов, она... малоубедительно, 50 тысяч рублей, но ради идеи можно пострелять в подозрительных даже за такие копейки. В общем, напоминает все это революционную диктатуру, чистый Маяковский, ну как бы марш Маяковского, и стих Владимира Ивановича Маяковского называется «Левый марш». А наш номер называется «Какой-то левый марш». Ну просим, Владимир Иванович Маяковский. Разворачиваются в марше разные подлые силы. Пора что-то делать, иначе геи захватят Россию. Антимайдан в зачатке, сдулись ночные волки. Нужно решать, ребятки, ждать уже можно сколько. Довольно жить законом, ранее данным Госдумой. Как мы все это разгоним? Думай, думай, думай против тупых и упрямых. Кому идти в авангарде? Я отвечаю прямо. Национальной гвардии против любых радикалов. Средство есть радикальное. В названии звон металла. Гвардия национальная. Палка и щит ОМОНа. Это игра детсада, ответ на 100 миллионов. С предателем жестче надо. Не хочешь родине счастья, растешь, как сорняк на грядке. Иди-ка сюда, участник массовых беспорядков. Всех несогласных высечь, гады переведутся. Нас 400 тысяч, нужно... Еще найдутся в наши ряды стремисты, с болотным гнусом баристы, все они экстремисты, все они террористы, пусть задрожат от страха враги черно-рыжие ленты, скоро вас будет трахать гвардия президента. Эй, белолентные, бойся, валите отсюда или в ряд поборачно стройся. Покуда не завалили беременные. Не суйтесь, палкой по роже нате, дома себе беснуйтесь, когда в животе предатель. Впрочем, найдем и дома. Двери ломать умеем, не спрячут от нас в хоромах компьютер и мышь злодеи. Не допустить террора мы однозначно сможем. Нам не нужны прокуроры. Ордер не нужен тоже. В горячем сердце идея, в холодном мозгу убеждения. Кстати, стрелять умеем мы без предупреждения. Право это святое. Нам президентом дадено. Кто там шагает стоя?
ползком, на коленях, гадины! Эй, либеральные овцы! Ну и куда вы? Где вы? Правый в торец, а после левой, левой, левой слезы не лей. Крокодили, лучше представь идиллию, картинку, которой ради служит родине гвардия. Флагами город раскрашен, митинг без злобы и жути. Тише! Товарищи, ваше слово. Товарищ Путин. Товарищи, благодаря стабильности на тёплый год налогу у крестьян толпы отца. Ну так вот, а то, что... Я прямо национальной гвардии против любых радикалов. Средство есть радикальное. В названии звон металла. Гвардия национальная, палка и щит ОМОНа – это игра детсада. Ответ на стон миллионов. С предателем жестче надо. Не хочешь родине счастья? Растешь, как сорняк на грядке. Иди-ка сюда, участник массовых беспорядков. Всех несогласных высечь. Гады переведутся. Нас 400 тысяч. Нужно, еще найдутся в наши ряды стремисты. С болотным гнусом баристы. Все они экстремисты. Все они террористы. Пусть задрожат от страха враги. И вот, кстати, еще на прошлом майском концерте в Крокусе мы сделали номер про национальную гвардию. Российскую гвардию. И, кстати, тогда номер был, прям скажем, ну, совсем не смешной. Но все равно казалось чем-то из области фэнтези. Ну, потому что даже с ОБРом, с ОМОНами, Конституция запрещает боевые действия внутри страны. А президент тот разрешил. Он подписал 3 июля закон о Национальной гвардии. На той неделе на должность ее региональных начальников назначено уже 1,5 десятка генералов, генерал-лейтенантов. И совсем, чтобы актуализировать этот вот номер, который вы видите, я покажу одну хронику вчерашнего дня. Но давайте сначала номер посмотрим, потому что совсем будет стрёмная тема. Ну, в общем, давайте. Сюжет номер... И черно-рыжие ленты скоро вас будет трахать гвардия президента. Эй, белолентные, бойся, валите отсюда или в ряд поборачно стройся. Покуда не завалили беременные. Не суйтесь, палкой по роже нате, дома себе беснуйтесь, когда в животе предатель. Впрочем, найдем и дома. Двери ломать умеем, не спрячут от нас в хоромах компьютер и мышь злодеи. Не допустить террора мы однозначно сможем. Нам не нужны прокуроры. Ордер не нужен тоже. В горячем сердце идея, в холодном мозгу убеждения. Кстати, стрелять умеем. 4. Ну, это такая ретроспекция. Я показываю не чтобы удивить. Многим такие сцены знакомы давно. Кому-то с детства. Это я к тому, что все равно вот это, как выяснилось, дилетантство. Другое дело национальная гвардия. 350-400 тысяч штыков. Этим гвардейцам разрешено официально создавать оцепление, задерживать по подозрению, стрелять без предупреждения. Начальник их не Золотов, бывший шеф президентской охраны, чтобы не было сомнений, чьи это гвардейцы. Ясно, что не кардинала. Вот. Правда, зарплата даже у высших чинов, она малоубедительная, 50 тысяч рублей, но ради идеи можно пострелять в подозрительных даже за такие копейки. В общем, напоминает все это революционную диктатуру, чистый Маяковский. Ну, как бы марш Маяковского, и стих Владимира Ивановича Маяковского называется «Левый марш». А наш номер называется какой-то «Левый марш». Ну, просим, Владимир Иванович Маяковский.
разворачиваются в марше разные подлые силы. Пора что-то делать, иначе геи захватят Россию. Антимайдан в зачатке, сдулись ночные волки. Нужно решать, ребятки, ждать уже можно сколько. Довольно жить законом, ранее данным Госдумой. Как мы все это разгоним? Думай, думай, думай против тупых и упрямых. Кому идти в авангарде? Я отвечаю.